Всем привет! Сегодня, наконец-то, мы встретились с Холли Бамой. Привет, Холли Бамчик. Привет, ребята! А что ты такой маленький? Привет. Я не знаю, мало ел каши, походу. Короче, с этой малолеткой я пойду проходить, видимо, новую Evil Ending. Короче, у нас плохая концовка добавилась в Place, и сейчас нам не терпится отправиться на этих замечательных красных машинках. Давайте, погнали, эй, алло. Погнали, я уже пригнал. Машину. А, это твой дрон, блин. Да. Это твой школьный автобус. Каждый раз, когда я с тобой играю, ты постоянно... Меня унижаешь. Подкалываешь меня, да. Мне даже мама сказала, не общайся с этим красным котом. Ну, видишь? Потому что он посадит тебя в красную машину и увезет фиг знает куда. В пещеру куда-то. Но ты же маленький, видишь, тебе надо еще учить уму-разуму. Маленький, да удаленький. Посмотри на мою голову. Сразу видно, что я очень умный. У тебя, по крайней мере, прическа уже не на метр над головой. Ну да. Как в Дорс. Очень симпатично. А ты все еще кот, кстати. Да. О, рядом с тобой Микаса. Ты смотрел «Атаку титанов»? Нет. Ну вот так вот, ребята. Она смотрела. Грунька смотрела. Она 100% смотрела, да. Так, ну а что, будет забавно, если она вообще не в курсе. А что ты зарядку не делаешь? Он как ребята стрим машет. А что надо делать вообще? Не знаю, они руками машут. У меня есть водичка. Так, не пей ни в коем случае. А, окей. Хотел сказать, что я вообще не играл в эту игру, поэтому я не знаю, что будет, что меня ждет. Ты у нас будешь спортсмен, ты будешь ноги прокачивать. А, ну ладно, это я умею. Все. Наш поход обернулся катастрофой. А, классическая. Да. Классический поход. Холибам сломал машину. Мы заблудились. Угу. Наш автомобиль не заводится. Видишь, вон там вот сзади дымится наш автобус школьный. Ой-ой! Тут очень мрачная музыка. А, да, точно, я ее выключу. И я иду самый последний. А как все знают, тот, кто идет последний, тот, кто не выживает. Да, тот умирает первый. Так, смотри, мы качаем ноги, чтобы быстро убегать, если что. Бред, блин. А как качать ноги? Куда надо нажимать? Сейчас тебе расскажу. Так, смотри, тут кто-то еще, походу, парканулся неудачно. Тоже сломалась машинка слева. Ой-ой, а ты самый первый идешь. Я вообще сзади. Да. Я самый смелый, поэтому иду первый. Так, я сейчас... Ну, я умру первый 100%. Ну, получается, да. Там молния... Так, смотри, блин. Если ты умрешь, то ты не сможешь переиграть, поэтому живи. А, здорово. Все, я побежал. Так, все. Редукет, ты где? А никто не хочет мне помочь, я вот тут вот. А, все. Я нормально. Помогаю. Спасибо. Спасибо, всё, что помог. Пожалуйста. Так, кухню открыли? Нет, не открыли. Ну что, добро пожаловать. Мы попали на базу повстанцев. Ну, офигеть. Ладно. Секретная злая злодейская база. Тут же, представляешь, мы заблудились и попали к каким-то бандитам, у которых тут сейф, куча награбленного. Вот. Злая собака. И вон они еще в карты играют, тоже бандюги. Офигеть. Это я тебя притянул, да? Это похоже на анонимусов. Это вот эти дети в интернетах, злые дети в интернетах. Не знаю, что за анонимусы. Возможно, это наши хейтеры. Но нам надо жить. Короче, беги в другую сторону, туда, куда я пошел. Там есть тренажер по бегу. Тебе надо качать ноги. Окей, это я могу. Давай. Жим ногами, присед, становая тяга, все что угодно. Давай наверх, бегом. Бегу. Бери оружие вон тут. Да не туда ты побежал, сюда наверх беги. Офигеть. Вот так вот. Это оружие? Ну, это лом, да, нам пригодится. Вон, видишь, что Грунька тут качает ноги. Вот ты тоже вот так вот становишься. Там будет квадратик, где он нужно попадать. Клево. Сейчас что, скибиди туалет будут показывать? Надеюсь, нет. Ну, посмотри, ты ж не видел. Покомментируй, я пока прокачиваю. Не вижу. Окей. Как? Здесь какие-то новости. Кого-то угрохали. Кого? Там не написали. Пропал труп мужика. О, это ж мы. В натуре. А что про нас там рассказывают? Что мы заблудились, потерялись или что-то? Я не знаю, я не читаю. Я же тебя просил. Но что-то происходит. Да, я не умею. Ну, что-то очень страшное. Там
Вот эта женщина меня пугает. Кто это? Она Кровавая Мэри ее зовут. Страшная Мэри. Страшная Мэри. Ей, кстати, очень подходит это имя. Я ее Кровавая Мэри называю. Ой-ой, тут какая-то машинка. Так, качайся, качайся, давай. Ноги качай быстрее. Как качай? Так здесь анимация какая-то. Вон, видишь, закрывается вот эта сверху штука. Слава богу, блин. Ты видишь, сверху закрывается. Нам надо отсюда выйти, пока она не закроется. Ага. Я просто очень долго был, смотрел. Давай, 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 пошли, пошли, пошли. Идем, блин. Идем. Какая страшная игра. Так, смотрим. Ни минуты покоя. Не говори. О, надо квестик мне взять. Дядюшка, дай квестик. Разобраться с тремя плохими парнями. Ну все, уйди отсюда, мальчик. Что надо делать? Тебе надо выживать. Не подходи сюда. Не надо никого убить. Главное тебе жить. Береги свое хп. Ты, кстати, можешь вот в этих пока тумбочках порыться, там поискать всякие яблочки. Ой, здрасте. Я буду сражаться или мне надо убегать? Тебе за надо мной убегать. Бежит мужик, это нормально? Уходи. Нет, ты можешь его бить? Он бьет! Блин, ну бей ему тоже получается. Где мое хп вообще? У тебя снизу слева. Что ты пристал ко мне, отвали. Холи, ты где? Давай я тебе помогу. Я здесь, рядом, фу. Отбились, слава богу. Все, беги наверх, качай дальше ноги. И вот здесь ладно. Еще есть, короче, ящички, можешь их пооткрывать, поискать там всякие яблочки, поесть их и отхилиться. Буду, ладно. Это анбоксинг. О, яблочко. Точно. О, еще яблоко, печенька. Я люблю печеньки, спасибо большое. Давай, ешь. И на этом все. Наедайся. Канал мой, подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Я пойду качаться дальше. Не-не-не, выходи уже, выходи. Ты не успей. А, успел. Ты красавчик, успел. Да идти вниз, вообще. Давай драться опять. Сейчас будем бить их. Классная игра, спасибо. Да. Смотри, какой у меня ключ есть, здоровенный. Ой-ой. Да. Ты будешь ключом их бить? Угу. Он супер. Сносит нормально. Слушай, а я хорош, я хорош. Ты выживи, главное, хорош. Я так, даже не почувствовал вроде. Этого нубаса. Есть а, вон еще один. О, еще, вот добей его, вон. А зачем деньги там. Вообще? Деньги надо, чтобы еду покупать в автомате. Вон там вот видишь автомат слева? Магазин написано точнее. Вон там вот можешь еду себе купить. Пойду куплю еду. Давай. У меня как раз ровно 50 есть. Вот это ты конечно, крутишь педали как ненормально. Я еле-еле... Рэдкэт, я извиняюсь, но походу, если бы не я, да. То все, мы бы сидели без интернета. Точно. Поэтому. Спасибо тебе, Халибан. Да, не за что. Так, ну что, я побежал наверх. Блок секол еще выпить надо, наверное, мне. Уже началось? Не, скоро начнется. Ой-ой, там закрывается эта штука. Прыгай. Иду. У меня 800 монет пишут. Нормально так подкопил. А что это? Кто-то на машине ездит? Что за ну, это ж бандиты приехали. А это кто такой? Дядя Петя! Что тут делает, блин? Это детектив. Как его зовут? Брэдли. Брэдли Бинц. Лицо знакомое. Поехали. Пацаны, зря вы сюда приехали, я супер накачанный. Они не знали. Вот здесь босс! Босс-молокосос. Да не, он нормальный такой. Жесткий. Не, он сейчас нюхнет. Так, ну я отхожу, да. Бо я на всякий случай отойду. Давай. Так, окей. Так, вся команда за нас теперь играет. Ой, я денежки у него сейчас заберу. А, так изи катка. Опа, 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 опа. Так, так, видишь, у него выпал лом выпал. Нажимаю на лом. На лом нажимаю. Я нажимаю. Давай, давай, срабатывай. А, беги! А ты чё упал? Давай, давай, я не время лежать. Ударился. Ну, я нажимаю, а что смысл? Он вообще дает что-то? Все, забрал? Не, он... Сам он пропал. Не забирался. Странно. Я не знаю, что... Так, ну я надеюсь, я нажимал что на лом, но... забрали. Ты можешь окей, последний это... раз что-то купить, поэтому если что-то из еды ты можешь купить, купи себе. Лучше магазин сейчас закроется. Как покупать? Я нажимаю. Вот там ничего. Вот на цену нажимаешь, вот там где доллар. Вот, все, забирай все, слева. Все, выходи, выходи оттуда. Мы сейчас пойдем на финальную битву. Окей. Мне одного кулачка не хватает. Так, ну все, теперь самое главное, чтобы ты выжил. Где 20 монет взять? Ну да. 750 монет. У меня 225 монет.
Это хорошо. Может, здесь какие-то оружия. Ой, блин. Двери хранилища отворились, нам надо внутрь. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ты тренировался довольно упорно, однако этих сил может недостаточно. То же самое у меня. Ладно. У тебя есть много еды, твой запас провизии поражает меня. Ага. Ой, я дрожу. Ты нашел самое сильное оружие, твои силы были потрачены не зря. Я не дрожу. С меня смеются, потому что у меня слабое оружие. И у тебя есть броня. У меня нет брони. У вас довольно сильная команда, конечно, межхолибама есть. Эта битва будет сложнее, чем я думала. Окей. Ну, походу, ладно. Я здесь самый классный. Ну, почти. У тебя нет бронежилета. Так, ну что, валим эти телеки по-быстренькому. Да боже, как легко. Она назвала меня слабым. Ты заберешь свои слова обратно. Все? Мэри Поппинс улетела. Теперь она играет музончик. На скрипке. Так, окей. А почему мне никто не сказал, что там лава, блин? Как бы, ладно. Видно было, что она льется. Ну ладно. Ой, что происходит? Я справлюсь с ней, не переживай. Не надо ее бить. А, ладно. Что, она наша подруга, получается? Ну, ее надо бить только, когда она будет стоять, опустившись на колени, и надо будет ключик на ней нажать. Чё, блин, это... Что это? Так, смотри, она крутится. Аккуратно. Окей. Не попадай на ее маршрут. Ой-ой. Ой-ой. Ай-яй. Я что-то на месте стою вообще, не двигаюсь. О, беги! Почти. Так, шипы тут. Ой. Между вашими отношениями шипы выросли. Вон, смотри, ключик вот, надо нажать я вот сейчас. Я иду бить ее. На, ты. Ты не успел. Надо было на ключик нажать. Я нажал. О, у меня хп полное. А, меня вылечил игрок. Все, твоя любимка спускается. Любимка. Я на мя-мя-мя. Классная песня. Да, вообще только что придумал. Да хоре, блин, никто не любит твои песни. Ой-ой. Все слушают Холибама. Вот именно, блин. Бананас, бананас, иди. Ой, это, по-моему, не Холибама. Не. Ой-ой, сейчас шипы. Что ты там шиперишь? Честно, как Ред Босс, она, конечно, так себе. Ей бы поучиться. Короче, ты шиперишь ее. Да. Ой, подожди, тетечка. Сюда не ходи. Все. Сейчас хватаю ключик золотой. Окей, сейчас я как схвачу за пипку, блин, давай. Вон. О, наконец-то. Нажимай, есть. На! Хорош, одно сердечко осталось. Пришло время нашего финального танца. Холибама, будешь танцевать с ней? Да, о, розочка. Затанцуй ее. Я на розочке. Ой! Блин. У тебя есть хп еще? Да. Покушай что-то. Не умри. Я просто даже хотел розочку понюхать, и в итоге понюхал джипу, блин. Да. Вы серьезно думаете, что уже справились со мной? Какие же вы глупые. Очень смешно. Получается, да. Вы больше не можете возрождаться в этой игре. Ой-ой. Смотри, вот тут вот досточка. Видишь, так? Дин-дин, какая-то. Это страшный Лэри. А, подожди. А, там надо бегать? Получается, да. Ой-ой. Нормально, блин. Очень страшно и опасно. Страшный Лэри, он же страшный Лэри. Смотри, тут досточка шевелится, видишь? Где я стою. Да-да-да. Даже не знаю, кто из них страшнее. Страшный Лэри или вон та подруга. Страшная Мэри. А я страшный Холибуби. О, нажми дощечку. А! Это что? Это наша это команда наши братаны! Появилась. Да. Ну что, это страшный ты готов? Дед. Мы теперь будем опять сражаться вместе с ними. Поехали! Я ждал этого целый день. И наконец-то. Давай. Убить всех. Поспи немножко, блин. На мана. Получилось. О, боже, как легко, блин. Угу. Страшный Лэри, ты не такой уж и страшный, ты скорее тупой Лэри. А чё ты хилишься, если все так просто? Так, налево. Ой, ой.
Так, смотри за рукой. Пациент, направо, 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 не туда, не туда. Направо это где не лево? Это где мы, да. А ё-моё! Мама, ты сдохнешь. Так, давай, давай, живи. Налево, 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 налево. Вот сюда вот прям. Угу. У тебя есть еще хп? Как ты понимаешь вообще? Да есть, у меня почти полный. А, ну отлично. Так, у него глаз, смотри, как у терминатора. Офигеть. Ой, больно. Хочешь сказать, что это Арнольд Шварценеггер? Не знаю. Но он что-то начинает за нами охотиться жестко. Не знаю, я опять стою чуть на месте. Ну, значит, только за мной. Очень жестко. Очень жесткое стояние. Блин, он меня чуть не убил. Да что ж такое? Да, в этой игре самое сложное — это устоять на месте. Смотри, я сейчас смогу... А блин, я почти... Я всех исцелить сейчас, пожал. О, ништяк, спасибо. Классный чел. Да, как ты это делаешь? Я хакер. Понял. Так, всё? Нет? Так, налево, куда пошел? Ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет! Только не по лицу. Не успел. Есть. А как вы меня хиляете, я не понимаю. Она медик, она может. Понял. А я хакер, я тоже могу. А я спортсмен. А ты спортсмен, ты ничего не можешь. Понял, все как в жизни. Дискотека. Надо было началась. Учиться, когда все учились. Пошел спортсмен. Так, что-то начинается. Лестница какая-то. Эвакуация. Вот это его колбасит. Ты какой взгляд умный. Она на тебя смотрит. Давай, догоняй, что ты стоишь? Окей. Все, мистер уродка уезжает. Пока. Бай-бай. Изи-катка. Ну, ты же с крутой командой. Тебе повезло. Это конец? Ну, получается, да, ты получил бейдж. Здорово. Да. Это первая концовка. Всем... Да. Всем пока. Пока.